Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Здравствуйте, вы очень ценные и ценные подписчики моего канала, взгляните на мир и добро пожаловать на мой канал сегодня. Красавица-актриса, наконец-то увидевшая любовь, в своих последних высказываниях о своем великом трубном мастере говорила, что не может никому отдаться и хочет отдаться. После того, как Дуи Кустюн объявила, что будет участвовать в тех же проектах, что и Энгина Акурик, она очень сблизилась с Энгином Акуриком и написала Тубе, что носит так называемые джинсы и хочет встретиться с дуэтом. Дуэт встретился 2 года спустя, дочери Тенера, которые чувствовали, что не могут воссоединиться после драмы, восхищались Энгином, как вы знаете, и познакомили Энгина со своими дочерьми, согласно последним новостям. Однако не было заявления, которое обескуражило бы большую часть дуэта. Люди во всем мире хотят, чтобы Энгин и Туба были любовниками, потому что вряд ли найдется другая пара с обаянием и гармонией, поэтому большинство их дором очень успешны, потому что они показывают свою гармонию и обаяние в каждой сцене и делают их счастливыми. Мировая драма, хотя у него отношения со многими людьми, его глаза никогда не были такими, как у Энгина. Считается, что причина, по которой Джин не вышла замуж к этому возрасту или не имела подходящего любовника, заключалась в том, что она ждала. Туба Энгин – очень романтичный человек, и Туба официально заслуживает Энгина. Точка, несмотря на то, что он влюблялся в разные имена, Туба не мог найти полного счастья ни в одном из них. Чего он хотел? На фотографии, которой поделилась его бывшая девушка Энгин, то, что ожидалось от его последней публикации, всех удивило. Любовь пары начала становиться серьезной, были даже новости, что пара собирается пожениться, надеюсь, они поженятся и будут очень счастливы. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.